Да. Так, вот решила снять. Показываю. Если вы думаете, вы знаете, что эти попугаи делают? Они ждут, что я их начну. Потому что будет противно. Все, мы уже высохли. Я фен выключила. Вставайте. Да, подъем. Фен уже все. Прямо так сушились. Вот, будем расчесывать Мики. Мики, ее же никто не видит. Но хоть чуть-чуть пока покупаю, хоть посмотрит на эту Мики. Потому что Мики все время в засаде. Ее просто, в принципе, почти нету дома, да, Мики? Ты хоть покажешься, когда ты сейчас высохнешь, какая ты будешь? Тебя, Мики, поверни сюда морду. Не поворачивай. Мики, поверни морду. Мики сейчас бежит, подумает, что я снимаю. Я не снимаю, я сушу тебя. Мики, поверни морду лица. Мики, давай. Вот и Мики. Люция сейчас тоже будет купаться. Люция накинулась на котов. Какой зверь у меня там дома, Люция? А что вы ждете? Фен? Вот ты, боже мой. Так я же тебя сейчас буду вас снимать. У меня же бежит Люция, Мики. Все, я вас слушаю. Давай, пока. Пока. Просто все, высохли. Можете лететь в комнату. Сухие уже, сухие. Сейчас Мики на очередь, да. Грета, и что это такое? Если я занята, то ты можешь сидеть на люстре. Вот Мёткин молодец. Молодец. Грета, слезь оттуда сейчас же. Грета, позови свою красавицу. Грета, быстро слезла. Быстро. Я, мне ж тяжело, я тут сижу. Мне надо... Так, Мики, у нас все прям хорошее, не хорошее. Мики, поверни морду лица. Мики. Мики. Сейчас я выключу. Мики, ну покажись. Ну ты сейчас будешь красивой, я тебя досушу сейчас. Мики. Принципиально. Мики. Мики. Вот, сейчас дошу сушу морду. Ой, красивая будет.
Ох, улетели. О, пожалуйста, фена нету. Все прекрасно. Птицы покинули свою обитель. Микки, ну покажешься или нет? Еще чуть-чуть осталось. Сейчас моту только досушу, чуть-чуть лапки досушу, в принципе, почти сухая. Микки. Ой, красивая собака такая вообще. Это же она так вообще стесняется, вообще не снимается. Микки, ну повернись. Микки, я почти не снимаю, я фен выключила. Разговариваю даже не с камерой. Микки, Микки хочет меня слинять, все думает, что я снимаю. Что ты хочешь? Микки, Микки. Ну, Микки, ну покажи чуть-чуть. Микки. Микки. Да, Люцит, я знаю, что всегда готова. Я тебя сейчас тоже буду мыть. Микки, покажись. Микки. Мне кажется, мы не дождемся. Микки, у меня одна рука занята. Повернись. Микки. Люцит, поверни свою подружку. Микки, она все-таки не хочет, страшное дело. Вспомни, Люцит. Финальная. Не вздумай убегать. Тебя никто так и не увидел, красивой. Не вздумай. Люция, ты мешаешь. Да? Люция, тебя видели каждый день. Микки, ну покажись, я же тебя уже высушила. Микки. Люция. Микки, покажись. Потому что, Микки, тебя никто никогда не видит, понимаешь? Люция, тебя все видят. Микки. Ну, такая сейчас как убежит. Вот это скажу, вся съемка закончена. Та-т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 а. Извините. Как смогла, так сняла. Покажем, какой у нас есть процесс. Вот сейчас я помыла собаку, сидит трусится. Я ее сушу. Микки, покажись. Вот, сушу собаку. И вот пока я ее сушу, Люция, не мешай, пока я ее сушу. У меня тут два это попугая пришли. Ждут включения фена и тоже сушатся. Куда вы сушитесь? Вас кто-то мочил. Давай, сейчас крылья расправить. Вот, вот так он сох. Ой, прямо как будто я тебя купала. Сейчас и Грета пойдет сушиться. А сушится у нас Микки, собачка. Сушильная история бывает, да? А на самом деле я сушу тут собаку, да. На самом деле тут сушится собака после купания. Давай, пока выключу фен, на секундочку. Микки, покажи морду лица. Вообще Микки не показывает. Она говорит, я вот высушусь, буду красивой и, может быть, покажу с вам. Что вы висите, ждете? Я вас сушить не буду, вы сухие полностью. Не стоят, ждут фен. А? На уже. Вот это ж так папа их купает, они любят. Ой, и ты сушишь крылышки. Молодец. И ты ж сушишься. Грета, ты сушишься? Нет. Нотхед больше сушится. И Грета сушится. Вот так. Как они мне помогают сушить собаку. Хоть надо было вас намочить для приличия. Хоть попросить на вас. Кричит, чтобы я ее. Ну, и тебя, Грета, и тебя. Это она кричит, чтобы я ее сушила. Ты ж сухая совершенно. Да. Вот такие у меня помощники. Вот так они мне помогают. Все, вот так вы мне помогаете сушить собаку. Молодцы. Собака сейчас будет красивая, чистая и сухая. Да? Да, Микки, покажись. Сейчас мы тебя досушим. Микки, поверни морду лица. Микки. В общем, Микки, она у нас стеснительная. Она не любит сниматься. Микки, она знает, что я снимаю, так она, видите, принципиально. Ну, принципиально, значит, вот так. Вот такая красивая Микки сзаду.